Привет, друзья! Я хотел записать другой ролик сегодня, но я не могу обойти стороной ситуацию и проблему. Да что там, катастрофу фактически в Сибири, где горят огромные, просто гигантские территории леса. И это все движется в сторону запада и подходит к городам, большие задымления. В общем, проблема реально серьезная. Да что там, об этой проблеме даже обмолвился Леонардо Ди Каприо в своем инстаграме. Вот тут, видите, он поднял тему, что Сибирь горит. В общем, давайте я постараюсь вам прояснить ситуацию, рассказать, что, как происходит на данный момент, какая ситуация и какие последствия будут для нас с вами и для планеты в целом. Да и вообще, чем мы с вами можем помочь в этой ситуации, даже если мы далеко от зоны пожара. Давайте начинать. Обо всем по порядочку. Лесные пожары в Сибири начались в июле 2019 года. В районах Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалье, Якутии. К концу месяца их общая площадь составила 1,13 миллиона гектаров в Якутии и практически 1,5 миллиона гектаров в остальных регионах. Пожары вызвали смог над крупными городами Сибири. Региональные чрезвычайные ситуации были введены в 5 субъектах Российской Федерации. На 26 июля площадь пожаров составляла 3 миллиона гектаров. Чтобы вам было понятно, что это такое, это примерно территория Бельгии. Представляете, целой страны. На 90% этой площади пожары не тушили из-за нехватки средств. К тому же в российском законодательстве появились законы контроля, в которых пожар можно и не тушить. Дым от пожара дошел до Поволжья и юга Казахстана. По данным авиалесхозохраны, на 29 июля огонь прошел 2,7 миллиона гектар леса. Дистанционный мониторинг Россельхоз показывает, что площадь пожаров уже составила 3,4 миллионов гектар. По данным же обсерватории Земли НАСА, на территории России образовался дымовой колпак, охватывающий свыше 4,5 миллионов квадратных километров. Здесь надо понимать, что пожары такого масштаба сами влияют на погоду. Когда такие разогретые массы горячего воздуха и дыма поднимаются, это образует устойчивые разогретые шапки над огромными территориями. И они начинают влиять на погоду и происхождение атмосферных фронтов, циклонов, заставляя дожди обходить эти места стороной. Это может спровоцировать наводнения в других районах. Ситуация вышла фактически из-под контроля именно из-за того, что изначально было принято решение не тушить пожары, пока они маленькие. Площадь пожаров продолжает расти. Больше 90% приходится на так называемые зоны контроля. По ним принято решение не тушить пожары. Именно это и привело к таким площадям пожаров. Пожары, которые тушат по всей стране, это всего порядка 100-150 тысяч гектар. На тушение лесных пожаров задействовано 2715 человек, 343 единицы техники, а также 28 воздушных судов. Какие же могут быть последствия? В ходе пожара в атмосферу Земли выброшены десятки миллионов тонн двуокиси углерода. А незначительные повышения концентрации углекислого газа вплоть до 2-4% в помещении приводят к развитию людей сонливости, слабости. Опасными же для здоровья концентрациями считаются около 70% углекислого газа, при которых развиваются симптомы удушья, проявляются в виде головной боли, головокружения, расстройства слуха и потери сознания. Эти симптомы развиваются в зависимости от концентрации углекислого газа в течение времени от нескольких минут до 1 часа. При вдыхании воздуха с очень высокими концентрациями газа смерть наступает очень быстро от удушья, вызванного гипоксией. Но не стоит так сильно бояться. Дело в том, что вдыхание воздуха с повышенной концентрацией этого газа не приводит к долговременным расстройствам здоровья. После удаления пострадавшего из атмосферы с высокой концентрацией углекислого газа быстро наступает полное восстановление здоровья и самочувствия. Если вы неравнодушны к этой ситуации и хотели бы тоже чем-нибудь помочь, то подпишите, пожалуйста, петицию на сайте change.org. Ссылочку я оставлю в описании.
и в первом комментарии. Ее подписали уже более 800 тысяч человек. В общем, жители Сибири попросили ввести режим чрезвычайной ситуации во всех сибирских районах и регионах. «Защитите наши леса, нашу воду, наше здоровье», – пишут авторы петиции. Из-за пожара страдают животные, погибают такие ценные кедровые леса. Да и без леса в реках поднимется вода, ей некуда будет деваться. Ведь лес поглощает огромные массы воды. И еще что важно, лес – это источник кислорода. А мы с вами еще не научились как бы жить без кислорода и не дышать. Потеря леса может привести реально к апокалиптическим последствиям. Надеюсь, человечеству удастся справиться с этой проблемой, потушить пожары и предотвратить вообще возгорание и такие вот масштабные пожары. Под конец видео я оставлю комментарии пользователей, которые пишут, где, что, в каком регионе происходит. Ну а вы, собственно, берегите себя, друзья. Берегите лес. Увидимся в следующем выпуске. С вами был Макс, канал Bizarre World. Пока-пока.